Очередная распаковка, три посылки, вот тормоза, и меня интересует, что вот это такое. Оно довольно какое-то плотное, какой-то конструктор, что ли, не знаю. Пока детей нет, может, им подарок. Это вон оно что. Это для мультфильмов основа. Нашла довольно быстро. Ссылку я дам на эту штуку в описании. Вот такие. Итак. Вообще без запаха. Запаха нет никакого. Здесь клей какой-то остался. Без запаха. Жесткая основа, кстати. Довольно неплохо. Взял специально темно-зеленую, типа дорожки. Ну, для мультфильма. Если YouTube своими правилами не изменит свои правила, то будем снимать дальше мультфильмы на другом канале. У нас два канала. Так, вот это вот. Ссылку, конечно, я дам в описании. Олега. Хотим снять мультфильм про Бредова. Не знаю, как получится. Здесь так и кажется. Да, такая суперзимняя шапка, шарфом. Совершенно нет никакого запаха. Вот, отлично. Шапка просто отличная. И очень теплая. У меня ребенок захотел такую же в морозы. И вот, наконец-то, пошли тормоза. Тормоза необходимо запасные всегда иметь. Особенно зимой, когда в магазинах ничего нет. Потому что тормоза — это самое основное. Так, ссылку на них дам обязательно. Это дисковые тормоза. Вот. Такие. Классные. Завтра буду ставить, у меня просто передние полетели. И вот у меня будут. Ну и тормоза. Что я могу сказать? Они очень такие массивные, тяжеленькие. Даже фирма есть. XM Box. Ну такие распаковки сегодня. Не как бы что. А тут еще что-то есть. Чтоб что-то такое было. Ага, и вот болтики. Для диска, кажется, нет. Их крепить. Ну, сказал, чтобы что-нибудь такое было сегодня интересное, но больше всего мне понравились тормоза. Давно их ждал.